Молодая национальная семья под таким названием в Южной Якутии прошел конкурс, посвященный Году молодежи и Году национального единства в Нерюнгринском районе. В традиционном финале «Смотри талантов» приняли участие 6 национальных семей. Подробности в следующем материале. Конкурс стартовал еще месяц назад и проходил по нескольким номинациям. Это различные выставки и творческие задания. Заявку смогли подать супружеские пары до 35 лет, представляющие любую национальность и обладающие необходимыми для семейной жизни качествами. С супругом мы живем уже 12 лет в браке. У нас трое детей, кошка, собака, большая семья. Супругу предложили принять участие, мы согласились, мы его поддержали, и вот мы здесь. Семья Ивановых в браке 7 лет. За годы счастливой семейной жизни обзавелись 2 сыновьями. 3 года назад со столицы республики переехали в Нерюнгри, так как младший сын посещает центр слуха и речи СУВАК. У нас активная жизненная позиция, поэтому давно мечтали поучаствовать вот в семейном каком-нибудь конкурсе. Хотели в прошлом году на СФ поехать, но как бы дети пока маленькие, и в этом году уже планируем по конкурсам. Семьи продемонстрировали актерские, музыкальные и интеллектуальные таланты. Их оценивали зрители и компетентное жюри, отметившие главные качества, которыми должна обладать семья. Понимать друг друга, поддерживать друг друга, любить друг друга, а также это умение в семье прививать детям, уважать все национальности, которые проживают у нас в мире. Звание победителя было присвоено молодой национальной семье, набравшей в финальном туре наибольшее количество баллов. Ею и стала семья Ивановых со своим дебютным выступлением. Средства от концерта пойдут на благотворительность, в поддержку семей, члены которых нуждаются в срочном лечении. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.